Внутрь? А, вот эти башни. Ой, какой. Ой, какой красивый. Калина? Мы ездили в Старицу за Калину. Там еще... А, вот эти башни, да? Которые ты говоришь. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы приехали посмотреть необычные водонапорные башни. Да. А что вы хотели смотреть? Внешний вид. Но таких других похожих нет таких в городе. Других нету нигде. А, да, все круглые со мной. Да. Башни, да. Туда еще можно замечательно. А вы из какого общества? Общество защиты велосипедистов. Нет, ну на самом деле дача-то у вас какой красив от катания? Мы просто... Просто катаемся. Мы катаемся. А, я думала, это самый вы такого красивого. Нет, нет, не в этом плане. Просто для себя. Я поднимался, и там, мне кажется, на этой особенности приходит. А еще можно немножко свои сделать по ответу. Нам сейчас лучше там объехать. Видны какие? Нам, мы сейчас на озера ходим. Озера видны? Да, я думаю, что нет. Нет, мы можем вот сюда, вот, а потом вот так вот выйти, вот так вот. А можем вот так вот.
кошки могут убежать, а кошки нет. Кошки от дома не убегут. Погуляет маленько, может, убежит, когда ей надо. Вот я пришла. Все равно катиться надо. А сюда море пришло. А так она не любит. Если одна. Чтобы она одна, ты не любит. Вот и говорит, она и ходит за мной. Она часто или нет? Ну, плохо. Ну, видно весь полностью дачный кооператив. Видно подробности. Видно тот берег карьеров. То есть самого грунта не видно. А здесь все полностью лес. Мы сейчас либо по заборочку. Во все стороны панорамы полностью лес, а туда видно вот именно тот берег карьеров. Видно, что там глубина, но берега не видно. Куда вы показываете карьеры? Низковато, надо попробовать. Карьеры вот здесь, вот. Это старые, а вот здесь у нас новые карьеры. Ну вот там, мы сейчас на озеро. Это не карьеры, это да, торфяные. Мы сейчас на озеро. А, торфяные выросли, да. Куда озеро? Как я выйду, мы на озеро. О, на дорогу выехали, да? На дорогу. Поехали по тому. Алло. Красиво, горный рост. Ну, что, алло. Дорожки уши, вот того и гляди, что зацепишься за что-нибудь. Ну, вот здесь, да. Прям как люди, идем по зерам. А что у вас случилось? Поселке есть, но он дорогой, там нет ничего. А потом он закрылся уже. Василек, он сезонный магазин. А, ну вот, до Серикарты, до рынка. Не работает? Нет, нет. А с какого он закрывается? Вот, наверное, с октября он не работает. Ну, как народ-то. Поехали через поселок, тут поближе. Сейчас прямо и направо. Поехали. Да? Да, да. Сканируем. Спасибо. Удачи вам. Хорошо. Заборчика. Ты ходишь, да? Угу. Это главная дорога. Ну да, да. Сейчас надо там в две стороны пойти, вправо, влево. Просто само озеро-то, оно же справа. Нет, маленькое, озеро... которое. Оно вообще вот там. Справа. Я просто обходил с той стороны. Сейчас уже не помню, да? Вот,
которое большое, прямо перед нами. А есть там еще с той стороны маленькое. Только оно от дороги далеко. Вон везде эти грибы. Брусники много. Чем-то пахнет вкусным. Чаем или чем-то еще. Такой запах? Обалденно. Слушай, это уже клюква? Он, короче, приводит каким-то изменениям в мозгу. А здесь болото. Вторую погоду, мне кажется, должен пройти. А я знаю, что здесь болото. Аня, поехали.